Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр Вульфин, и вы находитесь на канале профессионалу.ру. Сегодня 24 сентября, а значит, к нам в Шереметьев Парк Отель приехал стилист из компании Стель Андрей Соболев. Семинар уже совсем в разгаре, не будем отвлекать семинариста, и поэтому пообщаемся немножко с организаторами данного мероприятия. Мы нашли одного из организаторов данного мероприятия. Привет, Кать. И сразу такой вопрос. Откуда появилась идея пригласить именно Андрея Соболева на данное мероприятие? Ну, привет всем. Идея достаточно, скажем так, родилась буквально тогда, когда я была в Питере. Там мы проходили некие тренинги, да, и был вопрос об узкой специализации. На сегодняшний момент вообще узкая специализация в любых направлениях, в мужских стрижках, в женских стрижках, в окрашивании, она будет набирать обороты. Вот. Ну и, конечно же, мужское направление в нашем городе сегодня развивается семимильными шагами. Это открытие различных барбершопов. В скором времени у нас откроется свой барбершоп. Намечен выгодный проект, да, и порадуем жителей мужского пола нашего города хорошим сервисом. И для этого, конечно же, хотелось нам, чтобы провели семинар именно люди, которые более, скажем, расширены в границах понимания стрижек мужского стиля и мужского направления. Как я знаю, он работает на таких, скажем, экспериментальных красках, как экстро. Синий какой-то, салатовый, розовый. Как думаешь, почему он выбрал именно вот такое вот направление? Опять же, мы раздвигаем границы, да. Мужское направление всегда это, в общем-то, натуральный цвет. Он будет показывать на первом дне, конечно, работу экспро, на втором дне на отработке будет у нас еще и тонирование, да. То есть нужно приучить мужчину ухаживать за собой, потому что со временем появляется седина. Но к окрашиванию мужчина относится очень скептически, да. И вот здесь мы расширим их границы, даже больше не свои, а именно границы наших клиентов. Привет, меня Саша зовут, а тебя? Вова. Вова, а ты знаешь, что ты будешь синий? Да, знаю. Это осознанное вообще решение? Да, вполне осознанное. Главное, только не быть рыжим, как ты. А вот сейчас обидно было. Как соплеменники отнесутся к твоему цвету волос? Ну, у нас же есть на работе люди с розовыми, зелеными волосами, вали в свой коллектив. Что ожидается данного семинара? Как вообще сложно было организовать это все, привести самого Андрея сюда? Андрея было привести сюда достаточно просто, потому что он тоже готов и открыт именно к обмену информацией, делиться с нами. Вот. И поэтому вчера приехал, сегодня работает. Единственная сложность на сегодняшний момент, как мы думали, да, что это будут модели. Нет, модели охотно соглашались, когда мы встречали на улице, ну, поработать с нами, да, причем очень много молодых людей, которые согласились краситься, и краситься они соглашались в яркие оттенки. Самое главное, что у них было только не зеленый, причем синий, желтый, фиолетовый было замечательно, но только не зеленый. Видно, как-то навеяла зима, какие-то такие вот, ну, яркие оттенки, хочется отойти от лета. Сегодня мы находимся на Калинина 22/2 на втором дне семинара Андрея Соболева. Здесь будет проходить отработка, я буду принимать в ней участие. У нас прошел день отработки с Андреем Соболевым, и сейчас мы зададим пару вопросов ему. Андрей, скажите, как вообще ваши ощущения после вчерашнего семинара, сегодняшней отработки? Вы всем довольны? Да, было очень круто. Ребята меня и поддерживали вчера, и сегодня мы отрабатывали очень крутые стрижки, окраски у нас были, пацаны были смелые. И вчера тоже, когда я делал какие-то работы, отработки, да, то есть тоже было у меня смелые ребята, спасибо им за это большое. Откуда вы берете идеи к своим стрижкам и укладкам и окрашиваниям? Во-первых, очень много конкурсов пройдено, на которых мы
делали более смелые работы, чем мы делаем это в салоне. А во-вторых, стараюсь это делать на семинаре, потому что как раз когда модели ребята приходят, хочется на них что-то сделать, чтобы это было не так, как на улице у всех. Вы из Питера, да? Там много такого образа вот парней именно? Ну, с каждым годом их становится все больше и больше, потому что, во-первых, становится много косметики, которая позволяет сделать яркие работы. Пацаны более молодое поколение, они больше парки, у них нет никаких стереотипов, которые сложились у нас со времен 90-х, да, и тому подобное. Они более вот смелые, скажем так, и охотно идут на эти все. Надеюсь, данное видео было интересным. Свои пожелания и комментарии оставляйте внизу, мы обязательно на них ответим. До скорых встреч. Подожди, а лайк и подписка? Да ё-моё. Ну что ж, дорогой зритель, ты сам все знаешь, что нужно сделать. Это подписаться на канал, поставить большой палец вверх и обязательно ждать следующего видео. Пока.